Привет, друзья! Сегодня идем смотреть реальные цены на новые японские кроссоверы Nissan в мае 2022 года. Посмотрим, какие машины есть в наличии у официального дилера Motorland в городе Воронеж и насколько они дороже или дешевле, чем на сайте производителя. Начну с легендарного кроссовера Nissan Qashqai в версии SE с 2-литровым двигателем на 144 лошадиные силы в паре с вариатором и передним приводом. Цена такого автомобиля 2 миллиона 590 тысяч рублей, что на 130 тысяч дешевле, чем на сайте производителя. Среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail в комплектации SE, оснащенный 2-литровым 144-сильным атмосферным мотором, вариатором и передним приводом, здесь оценили в 3 миллиона 190 тысяч рублей, включая допы на 198 тысяч. Полноприводный кроссовер Nissan Murano в версии High Plus, оснащенный 3,5-литровым 249-сильным двигателем в паре с вариатором, в мае получил ценник 4 600 000 рублей, что на 320 000 дешевле рекомендованной розничной цены, установленной производителем. Компактный кроссовер Nissan Tirana в исполнении SE+, оснащенный 1,6-литровым 114-сильным мотором, передним приводом и механикой, сейчас стоит 1 850 000 рублей, включая допы на 50 000. Еще один Nissan Qashqai в версии SE+, в белом перламутровом цвете, оснащенный 1,2-литровым 115-сильным двигателем в паре с механикой, в мае получил ценник 2 290 000 рублей, что на 274 000 дешевле, чем на официальном сайте Nissan.